Вот хорошее место. Видите? Таежное. Незабудки цветут. Вот они, незабудочки. И тебя я незабудка, не забуду никогда. Незабудка, незабудка. Ого. Это кто там? Это филин. Филя кричит. На всю кругу. Ладно. И тут мы на этом ручье с незабудками мы наберем. Нам заказали дикую смородину. Вот. То есть мы берем и просто отрываем. Ну вот кустик. Ну, думаю, я отправлю таких три кустика. Три кустика вот таких отправлю. Вот таких. И будет нормально. Кто заказывал, обговорим. Подрезать ее, наверное, скорее всего, подрежу вот тут. А мох убирать не буду. Сейчас найдем еще один кустик. Кустик сразу под ногами сидит, видите? Вот у него побеги вот такие. Вот все, выдираем его полностью. Вот. Старое, со старым даже. Ну вот он вытащился с одной стороны, просто потянул. И с другой сейчас вытащится. Вот его корни, видите, какие длинные. Вот корни все вот этого кустика. Ну, тоже побеседуем. И осталось найти третий. Третий, сейчас поищем третий. Ну вот, третий сидит. Третий. Черная смородина, видите, вот он. То есть он уже с этими... с горошинками. Вот. Давайте сейчас его попробуем вытянуть. Как он у нас вытянется. То есть места, видите, увлажненные. Главное, смородины, чтобы места были увлажненные. Влага была. Вот это самое главное. Сейчас посмотрим. Расчистим шаг, чтобы он у нас не оторвался. Не оторвался полностью. И полностью его. Так. Ну вот, вот что получилось, дорогие мои. Вот, видите, вот такой кустик получился уже с ягодками. Будем отправлять по заказу транспортной компании. Дикая смородина. Дикая черная смородина. Ну все, нам этих кустиков достаточно. И незабудки нас не забудут никогда. Где они, красавки? Вот он, незабудочки. Эх, какие красивые цветочки. Вот он, незабудка. Вот какие-то растения, видите? Незабудка. А другой цветочек пятилапный. А у этого вот такой он идеальный. Листики вот. Ну все, берем наши корешки, три корешка и несем. Ребята, медведь! Медведь! Ах! Да, это что-то неповторимое. Что-то тут это лобазник, я не знаю. А как мы тут пройдем? Прыгать нам нельзя. В правой руке смородина. В левой руке нож. Нож зачем-то держу. И даже не знаю зачем. Но держу нож. Не знаю зачем еще. Кто у нас в гости придет. Оп. Ого, увернул его. Да? Офигеть. Так, ну ладно. Оп. Как же пойти-то?
На одной ноге неудобно балансировать. Оп! Ого! А вот этот сучок мог прилететь прямо в глаз. Ох, тайга, тайга. Какая же ты красивая, неповторимая. Со своими. О, видели, да? Вот это да. Вот это выводит. Выводите ничего тут. Ого. Почва по ногами проваливается. Ого. Какой здоровый. Елки. Капы. Ремша. Веточки для разведения костра и кипячения чайника. Ой. Ляпа жарков поражает своей красотой. Причудливые образы возникают вдали. Не поля, а просто вообще. Вот представьте их сколько. Сколько их. И они все вокруг. Ну тоже красиво. Под березки, да? Красота. Особенно вот этот куст. Вон какой он большой. Таких размеров достигает. Здоровый. Видите? Тавички меня иногда поражают. Смотрите, здесь они громадных размеров достигают, да? И хитиновый покров у них всегда пробитый. Одна две мушки может залезть. Видно, так нужны природе. Или это тоже. Вон, здорово какой, да? Хоть сиденье. Садись и сиди. Вот видите, да? Ну что сказать. Красота дает только. Ух. Поля, жарков.